Всем привет! И сегодня мы будем играть в симулятор большого мозга. Как вы видите, у меня вот такая вот маленькая голова. Даже меньше моей ладошки. Так, почитаем что-то. Оп! А почему у меня такая голова огромная? Ладно, давай дальше читать. Тело уже почти не видно из-за моей большой головы. Скоро моя голова будет на весь экран. Уже и ноги, только ножки и большая голова. Будем смотреть снизу. Какая же у меня большая голова. И я даже не заметила, но я стала очень высоко прыгать. Я во что-то врезалась. Стой, я слишком высоко полетела. Я не могу, но я слишком высоко лечу. Я приземлилась на облачко. И я так хочу приземлиться на этот остров. Давай собираем. Вау. Я собрала себе знания какие-то. Куда я полетела? Ладно, буду читать в полете. Все равно так больше время займет. Ой, я на облачко упала. Какая у меня уже большая голова. Почти ботинки только. Сравните меня с другими игроками. Какая у них маленькая голова. Я могу продать свою голову, и она будет маленькая, как у других. Ну давай, зато мне денежек дали. Оп. О, смотрите, как я придумала. Я одна до этого додумалась. Всем пока, и сегодня я играла в большой мозг.